والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. В зале молодежного центра «Ковер» практически нет свободных мест. На форуме собрались преподаватели ислама со всего Нижнекамского района. Финиса Хуснуллина приехала из села Верхние Челны. Опыт преподавания богословия у нее около 20 лет. Ведет в мечети урок «Основ ислама». По словам наставника, сельчане с удовольствием посещают курсы. Есть желающие каждый день получать религиозные знания. Есть желающие, они находят время. Каждый год в октябре мы начинаем наши обучения, уроки, потому что раньше не получается, все-таки сельская местность, у каждого есть хозяйство. Курсы «Основ ислама» сейчас набирают популярности в городе. В мечетях Нижнекамского района этот предмет преподают около 60 учителей. На этом форуме они будут развивать и улучшать свои навыки. По словам имама Мухтасиба Салиха Хазрата Ибрагимова, главная задача сейчас – это привлечь в эту сферу молодых специалистов. На сегодняшний день у нас около 60 учителей по всему району, значит, они в основном, ну так получилось, или по своему призванию, наверное, это люди, которые когда-то работали педагогами или воспитателями, а некоторые даже, то есть помимо религиозных образований, у них еще есть образование педагогическое, а некоторые, имея педагогическое образование, поступают заочно на педагогическое и для того, чтобы, ну, квалификация была повышена. Преподаватель Нижнекамского Муктасибата высоко оценил муфтий Татарстана. Самым передовым специалистам в этой сфере были вручены благодарственные письма из рук первого его заместителя Рустема Хазрата Валиуллина. У нас, естественно, в Татарстане все мадресе и все приемческие курсы, методы преподавания в них, они унифицированы сегодня. И они являются, по сути, очень даже, я вам скажу, не побоюсь этого слова, на мировом уровне высоким у нас является уровень преподавания даже при мечетских курсах. Просто у нас, к сожалению, самооценка нашего народа страдает, поэтому они думают, что в мечетских курсах уж ничего не преподают, особенно те, кто не учится там. Это первый по счету форум в Нижнекамском районе. Проводить его планируют ежегодно, тем самым повышать квалификацию преподавателей богословия и популярность самого предмета среди населения. Алмаз Кашаев, Гулия Нигматуллина, Илья Челноков. Новости НТР.